встреча завершилась. На 90-й минуте бразилец Рони, оформивший дубль, спас берлинцев от выездного поражения. Прозвучал свисток главного арбитра Маркуса Шмидта. Джакпо мяча угловой. Франкфурт подает. Обратно вернули мяч фланговому защитнику. Еще одна подача. Ошибается Кевин Принс Буатенг. Удар по своим воротам. Получился и гол. Получите, распишитесь. Александр Майер на 15-й минуте. С острого угла подкараулил ошибку Ральфа Фермана. С чудовищного рикошета от ноги Кевина Принса Буатенга. Вот, смотрите. Хотел он мяч выбить через себя, но тот угодил ему в опорную ногу. И Ферман потрясающий сейв совершил, между прочим. Тяжелый мяч потащил. И потом, когда группировался, поднимался на колени, получил мяч точнёхонько в ближний угол. Безусловно, здесь многие будут обвинять голкипера, и это, наверное, правильно, поскольку ближний угол в такой ситуации, когда еще удар не получился сильным у Майера, голкипер не имеет права пропускать. Но в линии защитников Шальке его отбивает Рус. Ну вот так вот уходит от одного, а это было лишним. Но смотрите, как везет Марку Русу. Удар 0-2. Ну, нет слов просто, как фишки сейчас или манекена обыграл Марко Рус. Да даже не обыграл, а продавил. Просто протаранил. Марко Рус завершается голом. Смотрите, Буатенг сначала остается не у дела из-за того, что воткнулся он буквально в Марко Руса. Потом Кристиан Фукс очень легко теряет позицию. Мяч в него угодил. И после чего отскочил вновь к Русу. Тот пробежался. Даже не стал сближаться с голкипером. Вонзил мяч в дальнюю девятку. Ну и все это при полном попустительстве обороны Шальки. Но вот как это все можно назвать, интересно, каким словом? Дракслер. Штрафной площади уходит от соперника, простреливает и угловой. Пенальти арбитр назначает. Неужели мяч в руку угодил защитнику? Да, желтая карточка Медоевичу, Слободану Медоевичу, который, видимо, в падении рукой мяча коснулся. Давайте смотреть. Обыграл Дрекслер легко Чендлера. Ну, а вот здесь, по мнению арбитра, была игра рукой. Да, она действительно была. Хотя вот и пенальти Эрик Максим Шупо-Мотинг будет исполнять на 40-й минуте. Очень четко, в стиле Антонина Паненки. 1-2. На мой взгляд, все-таки спорное решение арбитра. Хотя в руку мяч действительно попал, но, опять же, повторюсь, рукой о газон опирался Слободан Медоевич. Очень топорно, очень просто и без изюминки у Шальки. Шупо-Мотинг. Его подача. Не видели Юлиана Драксера.